Дмитрий Дюжев покинул проект «Танцы со звездами» из-за болезни. Очередной выпуск шоу на канале «Россия-1» прошел без актера. Несмотря на успех у зрителей и жюри, Дюжев был вынужден взять время на выздоровление. Судя по всему, Дмитрий планирует появиться на паркете через пару недель. 42-летний Дмитрий Дюжев с восторгом и упорством принимал участие в проекте. И даже внезапно подкосившая его болезнь не смогла сбить настроя артиста. Он вышел на связь с публикой и признался, что безумно скучает по шоу и мечтает скорее вновь оказаться на паркете. «Чувствую себя великолепно и жду возвращения на проект», – заявил актер. Вероятно, здоровью Дюжева сейчас ничего не угрожает. Он появился в кадре в бодром расположении духа и совершенно не выглядел больным. Пока неизвестно, сколько времени артисту потребуется на восстановление. В ближайшие дни ему предстоит лечение и профилактика. Поклонники надеются, что вместе с партнершей Дмитрий вновь покажет класс на сцене танцевального шоу.